Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаю начитывать шестой ролик по книге «Золотые руки» Бен Карсон. Глава 9. Всегда ли придерживаться правил? Учась в колледже, я каждое лето подрабатывал. Начало этой традиции было положено еще в школе, когда я работал в школьной лаборатории. Между 11 и 12 классами я работал в одной из биологических лабораторий университета Уэйна. Окончив школу, я крайне нуждался в работе перед поступлением в Йель. Для колледжа было необходимо одежда, книги, деньги на дорогу. Мне предстояло куча расходов. Один из школьных инспекторов, Альма Витли, знала о моих проблемах и горячо мне сочувствовала. Однажды, когда я жаловался ей на свои трудности, она выслушала меня с большим вниманием и сказала, что у нее есть кое-какие знакомства в Ford Motor компании. Я присел к ее столу, а она позвонила в их главное управление международной торговли. Кое-что из того, что она им говорила, я помню. «Знаете, у меня тут сидит парень по имени Бен Карсон. У него отличные способности. Он получил стипендию в Йель с сентября. Сейчас ему нужен заработок. Осенью ему понадобятся деньги». Она замолчала, выслушивая ответ, а потом добавила: «Хорошо бы, если бы взяли его на работу». На другом конце провода отметили согласие. Через день после окончания школы мое имя появилось в списке служащих Ford Motor компании. Работал я в бухгалтерии главного административного здания в Дибурне. Я считал эту работу престижной, а мама называла его большим бизнесом, потому что в контору надо было являться в белой рубашке и при галстуке. Я много научился на этой работе, поскольку до того мои представления о жизни были наивно школьными. Протекция помогла мне устроиться, но реальной проверкой оказывались продуктивность и качество работы. Недостаточно было просто много знать, даже если речь шла о необходимых знаниях. Принцип был следующий. Все зависит не от того, что ты знаешь, а от того, как ты работаешь. Я работал старательно, как всегда, даже когда работа была временной. Я доказывал, что я самый подходящий всех, кого они могли взять. Закончив первый курс Йеля, я получил на лето чуждую работу. Должность бригадира дорожных рабочих, убирающих мусор на шоссе. Чудную. Правительство штата организовывало такие работы, создавая рабочие места, главным образом для городских студентов и школьников. Бригада работала на окраине Детройта и в его западных пригородах. У большинства бригадиров возникали огромные проблемы с дисциплиной, потому что городские ребята находили сотни причин увильнуть от работы. «Сегодня чересчур жарко», — говорил один. «Я вчера слишком устал», — доказывал другой. «Зачем это все нужно? Завтра тут снова намусорят. Кто проверит, убирали мы или нет? И вообще, нам слишком мало платят». Я знал, что другие бригадиры считают достаточным, если хотя бы 5 из 6 членов бригады наполнят по 2 пластиковых мешка в день. Но с такой работой можно справиться за час. Может быть, я слишком старался, но мне казалось, что если бригада лениво собирает 10 мешков мусора в день, я напрасно трачу свое время. С самого начала моя бригада собирала от 100 до 200 мешков в день, и мы очищали необычно большой участок шоссе. Объем работы моей бригады изумлял начальство в департаменте общественных работ. «Как ты добиваешься, что твои парни так работают?» — спрашивали меня. «Ни одна из бригад столько не делает». «Это мой маленький секрет», — отшучивался я. «Если бы я пустился в объяснение, кто-нибудь из них обязательно вмешался бы и изменил мои правила». Я пользовался очень простым, но необычно действенным методом. Я рассказываю об этом
потому что он иллюстрирует еще один принцип моей жизни. Как пелось в популярной несколько лет назад песне «Я иду своим путем». Не то, что я выступаю против правил. Для хирурга отрицать необходимость определенных правил было бы сумасшествием. Но иногда обилие правил только мешает, и на них не стоит обращать внимания. К примеру, на четвертый день работы я сказал ребятам: «Сегодня что-то жарковато». «Ты совершенно прав», – подхватил один из них, а остальные с восторгом согласились. «Поэтому у меня к вам есть предложение. Во-первых, начнем завтра работать в 6 утра, пока еще прохладно». «Шеф, как можно вставать в такую рань?» «Сначала послушайте», – остановил я их. «Бригада должна была работать с 7:30 до 16:30, с часовым перерывом на обед. Если вы, ребята, все шестеро готовы начинать работу с 6 и быстро собрать 150 мешков, то после этого я вас сразу же отпущу». Не успели они задать новые вопросы, как я объяснил им, что имею в виду. «Послушайте, если вы соберете весь мусор за 2 часа, я вас отпущу, и вы будете свободны целый день. Плата будет, как за полный день работы. Если вы соберете 150 мешков, неважно, сколько это займет времени». Мы еще какое-то время обсуждали эту идею, но в конце концов ребята поняли, чего я хочу. 2 дня они собирали по 100 мешков. В жаркий полдень этим нелегко было заниматься. Парням понравилось насмехаться над другими бригадами и хвастаться своими успехами. Теперь они были готовы к следующим подвигам. Парни учились гордиться своей работой, хотя бы настолько, чтобы начать о ней думать. Теперь они были со мной согласны. На следующее утро все 6 явились в 6 утра. Как они работали? Старательно, быстро. Они убирали весь участок дороги за 2-3 часа. Раньше та же работа растягивалась на целый день. «Отлично, ребята», – сказал я, подсчитывая количество мешков. «Теперь мы можем отдыхать». Им мой метод понравился, и работа превратилась в веселую игру. В лучшие дни мы добирались до департамента перевозок к 9 утра, когда все остальные бригады только еще начинали уборку. «А вы-то собираетесь сегодня работать?» — завопил однажды один из моих парней. «Слышь, парень, мусора-то не осталось?» — подхватил другой. «Супермен и его бравые ребята все уже почистили. Надеюсь, вы там не обгорите на солнцепеке», — заорал третий. Конечно, бригадиры знали наш режим работы, ведь, отмечая время нашего возвращения, они, конечно, понимали, как рано мы выходим на уборку. Но они ничего не говорили, ведь то, что я делал, приносило пользу. Мы не афишировали свою деятельность, поскольку правила предполагали определенные рабочие часы. Но никто из бригадиров не высказывался по этому поводу. Я полагаю, они молчали в основном потому, что мы делали свою работу быстрее и лучше остальных. Одни от рождения умеют работать, других этому учат матери. Моя стратегия работы во всем, включая медицину, такова: выполнять намеченное самым быстрым и лучшим способом. Если вы умеете работать лучше, если вы подходите к делу ответственно, не задевая при этом кого-то другого, нет необходимости держаться жестких правил. Некоторые говорят, что способность к творчеству заключается как раз в том, чтобы научиться подходить к делу с различных точек зрения. Возможно, то, что я имею в виду, и значит работать творчески. На следующее лето после 2-го курса я вернулся в Детройт, чтобы снова работать бригадиром на дорожных работах. В конце прошлого года Карл Сеферт, начальник департамента перевозок, прощаясь со мной, говорил: «Возвращайся следующим летом, мы найдем тебе место». Однако летом 1971 года начался резкий экономический спад, особенно в столице автомобильной промышленности. Хорошо оплачиваемые бригадирские должности получить было невозможно. Большинство получивших место студентов имели
более значительные личные и политические связи. Они нанимались на работу за много месяцев, когда я еще был в Нью-Хейвене. Поскольку Карл Сеферт обещал мне работу, я не подумал позаботиться о ней во время рождественских каникул. Когда я приехал в конце мая, директор по кадрам сказала: «Простите, но все вакансии заняты». Она объяснила, что работы меньше, чем претендентов на нее, но это я уже знал. Она была не виновата. Я понимал, что она не может взять меня. Я должен был искать работу заранее, как это сделали другие студенты. Я легко находил работу каждое лето, поэтому был уверен, что найду ее и сейчас. Я ошибся. Вместе с сотнями других студентов я понял, работы нет абсолютно нигде. 2 недели я бегал по улицам, каждое утро садился в автобус, ехал в деловую часть города и толкался во все конторы подряд. «Извините, работы нет». Я сотни раз слышал такой или подобный ответ. Иногда в голосе говорившего было слышно сочувствие. В других случаях понятно было, что передо мной этот вопрос задали еще 8000 раз. И человек устал повторять одно и то же. И мечтает, чтобы мы все поскорее убрались. Эти напрасные поиски работы немного скрасил Варт Рейлд-младший. Напрасные. Поверенный из Детройта белый. Варт окончил Йель на 20 лет раньше меня. Мы познакомились на встрече выпускников, хотя я тогда еще был студентом. Я ему понравился, потому что мы оба увлекались классической музыкой. Летом 1971 года, пока я искал работу в деловом районе Детройта, мы частенько вместе обедали, а потом шли на дневной концерт. В большинстве случаев это были органные концерты в одной из церквей в деловой части города. Кроме того, Варт нередко приглашал меня на симфонические концерты и открыл мне разнообразную культурную жизнь Детройта, чего я никогда бы не смог себе позволить из-за недостатка денег. Он был очень приятным человеком, действительно поддержавшим меня в трудную минуту. Я и сейчас высоко его ценю. Бродя по городу, я наконец решил: теперь пора действовать по моим правилам. Я пытался найти работу обычным путем, и у меня ничего не вышло. Ничего. Я вспомнил представителя Йеля в нашем округе, который как раз беседовал со мной, приятного человека по имени мистер Стендарт. Он являлся к тому же вице-президентом Young Rubicon, одной из наиболее крупных рекламных компаний. Сначала я попытался обратиться в его бюро по найму и услышал обычный ответ: «Простите, мы не нуждаемся во временных работниках». Отбросив гордость и всячески подбадривая себя, я сел в лифт и поднялся на этаж, где находился кабинет мистера Стендарта. Еще до моего поступления в колледж он встречался со мной и дал мне отличные рекомендации, поэтому я надеялся, что он обо мне хорошего мнения. Но я не представлял, как мне удастся миновать его секретаршу. Я вспомнил, что никто не может проникнуть к нему без предварительной договоренности, но подумал: а что мне терять? Когда секретарша мистера Стендарта взглянула на меня, я заявил: «Меня зовут Бен Карсон, я студент из Йеля, мне нужно зайти на минутку к мистеру Стендарту». «Пойду взгляну, свободен ли он». Она прошла в его кабинет, а минута позже вышел сам мистер Стендарт. Он улыбнулся и, пожимая мне руку, взглянул в глаза. «Приятно, что зашли повидаться со мной», — сказал он. «Как вам, Йеля?» После нескольких вежливых фраз я начал: «Мистер Стендарт, мне очень нужна работа, но я совсем ничего не могу найти. Уже 2 недели каждый день ищу, и никакого результата». «Правда? А вы обращались в наше бюро по найму?» «Там нет работы», — ответил я. «Посмотрим, что можно сделать». Мистер Стендарт снял телефонную трубку и сделал 2-3 звонка, пока я разглядывал огромный кабинет. Он выглядел как те невообразимые деловые кабинеты, которые я видел по телевизору. Не помню, с кем именно он разговаривал,
но я услышал последние слова. «Посылаю тебе одного парня. Его зовут Бен Карсон. Подыщи ему работу». Вот так. Он ничего не требовал, просто командовал, как человек, привыкший отдавать приказы. Поблагодарив мистера Стандарта, я спустился в бюро по найму. На этот раз со мной говорил начальник бюро. «Мы не нуждаемся ни в ком, однако можем дать вам курьерскую работу. Все, что угодно. Мне нужна работа на все лето». Работа оказалась занятной, потому что я ездил по всему городу, развозя и забирая письма и посылки. У меня была только одна проблема. Платили так мало, что почти ничего не удавалось скопить. Через 3 недели я предпринял еще одну попытку, подумав, что должен бросить эту работу и найти место, где платят получше. Я сам себя подбадривал. Срабатывал же с мистером Стандартом и отправился в департамент перевоза поговорить с Карлом Сефертом. Это произошло в конце июля. Все места заняты. Продолжать искать что-либо еще выглядело полнейшим наглостью с моей стороны, но я все-таки решился. Я прошел прямо в кабинет мистеру Сеферту, и у него нашлось время поговорить со мной. Услышав мою повесть о поисках работы, Карл сказал: «Бен, для таких, как ты, работа всегда найдется». Он был начальником всех строительных бригад, как уборочных, так и ремонтных. «Поскольку все бригадирские должности заняты», — добавил он, — «мы создадим новые». Он замолчал и на несколько секунд задумался. «Мы соберем еще одну бригаду и поручим ее тебе». Так он и поступил. Творческий подход, немного нахальства, и я вернулся на старую работу. С новой бригадой я использовал ту же тактику, и мы работали так же эффективно, как прошлым летом. Я часто видел Карла Сеферта, когда отмечался, уходя с работы, а иногда он сам появлялся там, где мы работали, и у него всегда находилось время поболтать со мной. «Ты хороший парень, Бен», – несколько раз говорил он мне, – «мы рады, что ты у нас работаешь». Как-то он положил мне руку на плечо и сказал: – «Ты сам себе хозяин и сможешь добиться всего, чего захочешь». Он говорил то же, что и моя мать, и мне были приятны эти слова. «Бен, ты талантливый человек и сможешь делать все, что захочешь. Я уверен, ты многого добьешься и рад, что познакомился с тобой». Я навсегда запомнил слова этого человека, Карла Сеферта. Следующим летом, в 1972 году, я работал на конвейере в Крайлс Мотор компании, устанавливал крылья на автомобильные кузова. Каждый день, приходя на работу, я старался делать ее как можно лучше. В это трудно поверить, но я проработал только 3 месяца, когда меня заметили и повысили. К концу лета меня поставили на проверку створок жалюзи, которые ставят на задние стекла спортивных моделей. Я отводил машины с конвейера к тому месту, откуда их транспортировали в выставочное помещение. Мне нравилось работать у Крайслера. Тут каждый день подтверждалось то, во что я всегда верил. Тем летом я получил еще один ценнейший урок. Один из тех, который я никогда не забуду. Мама говорила мне мудрые слова, на которые я, как все дети, не обращал внимания. Теперь я на собственном опыте убедился, что она была права. Какая у тебя работа, не имеет значения. Неважно, временная она или постоянная, это относится и к работе во время летних каникул. Если ты работаешь хорошо и стараешься делать все как можно лучше, тебя заметят и повысят. Мать говорила то же самое, хотя и выражалась немного иначе. «Бенни, неважно, какого ты цвета, если ты все делаешь хорошо, тебя заметят. Даже люди, настроенные против тебя, хотят, чтобы все было сделано хорошо. Целью твоей жизни должна стать работа исключительно высокого качества». Теперь я понял, насколько она права. Пока я учился в колледже, меня постоянно беспокоил недостаток денег. Но 2 случая, происшедшие тогда, убедили меня, что Бог заботится обо мне и всегда дает необходимое. Первый произошел на 2-м курсе, когда у меня было очень мало денег. Как всегда, внезапно я оказался абсолютно без средств. Мне не на что было купить даже автобусный билет,
чтобы поехать в церковь, а получить что-нибудь раньше, чем через 2 недели, не было никакой надежды. В тот день я в одиночестве гулял по студенческому городку, думая о том, как я устал от безденежья, от того, что не могу купить даже мелочь вроде зубной пасты или почтовых марок. «Господи», — молился я, — «помоги мне, пожалуйста, пошли денег хотя бы на автобус, чтобы доехать до церкви». Я гулял бесцельно, но в тот момент, когда помолился, я огляделся и понял, что стою в старой части городка у Бетельской часовни. Проходя мимо стойки для велосипедов, я взглянул под ноги. Прямо передо мной лежала на земле смятая 10-долларовая бумажка. «Благодарю тебя, Боже!» — воскликнул я. Но даже подбирая купюру, я все еще не мог поверить, что у меня в руках деньги. В следующем году повторилась та же картина. Пустота в карманах и никаких надежд получить деньги. Естественно, я двинулся к часовне, надеясь найти еще одну 10-долларовую бумажку. Но не тут-то было. В то время меня беспокоил не только недостаток средств. Накануне я узнал, что ведомости экзамена по психологии восприятия были нечаянно сожжены. Я уже сдал этот экзамен 2 дня назад, но теперь всем грозила пересдача. Вместе со 150 студентами я пришел в назначенную для повторного экзамена аудиторию. Как только мы получили билеты, профессор вышел из комнаты, и еще не дочитав первый вопрос, я услышал за спиной тяжелый вздох. «Они что, смеются над нами?» – раздался громкий шепот. Глядя на вопросы, я не верил своим глазам. Они были ужасно трудными, почти невозможными. Каждый из них имел отношение к тому, что мы проходили, но казался настолько запутанным, что, по моему мнению, даже талантливейший психолог, отвечая на них, мог встать в тупик. «Не стоит и начинать», – сказала одна девушка другой. «Давай лучше уйдем и получим еще. Потом можно будет сказать, что мы не читали объявления. И по повторному экзамену как раз успеем приготовиться». Подруга согласилась, и девушки тихо выскользнули из аудитории. Тут же еще 3 студенток собрали свои бумаги. За ними стали исчезать и другие. Через 10 минут после начала экзамена нас осталось человек 100. Скоро не осталось и половины. А исход все продолжался. Никто не сдавал экзаменационные листы. Я пока держался на месте, все время думая, почему преподаватели решили, что мы должны знать этот материал. Оглянувшись через какое-то время, я обнаружил, что остался один. Мне, честно говоря, тоже захотелось уйти, но я читал объявление и не мог потом солгать, будто не видел его. Записывая ответы, я молился Богу, чтобы Он помог мне придумать, что писать. Я уже не обращал внимания на шаги уходящих однокурсников. Внезапно дверь аудитории распахнулась, и легкий шум прервал поток моих мыслей. Повернувшись, я убедился, что это вошла преподавательница. Кроме того, я понял, что все остальные ребята и девушки не выдержали. Преподавательница направилась ко мне. Ее сопровождал фотокорреспондент ежедневной и ельской газеты, который теперь пытался сфотографировать меня. «Что это значит?» – спросил я. «Это проверка», – ответила преподавательница. «Мы хотели посмотреть, кто самый честный студент курса». Тут она снова улыбнулась. «Им оказались вы». И затем она дала мне 10-долларовую бумажку. Этот ее жест понравился мне больше всего. Глава 10. Серьезный шаг. Все зовут меня Канди, но мое настоящее имя Лассена Растин. Я замер, загипнотизированный ее улыбкой. Приятно с вами познакомиться. Девушка была из числа тех новеньких, кого я встречал в этот день в Гросс-Пойнт Кантри Клаб. Гросс-Пойнт – особенный район, в нем жили в основном богатые люди Мичигана. И туристы часто приезжали полюбоваться домами Фордов и Крайслеров. В Йеле был организован прием для новичков, и я вместе с другими старшекурсниками должен был встречать студентов из Мичигана.
Мне самому, когда я впервые оказался в колледже, подобные знакомства с опытными студентами очень помогали. И я радовался возможности устроить прием новеньких и помочь им, чем мог. Канди была очаровательна. Помнится, я подумал, что за хорошенькая девчонка. Ей были присущи многие из тех черт, которые мне особенно нравились в людях. В ней все искрилось, все было в избытке, с ней всегда было о чем поговорить. Она часто смеялась, и уже через несколько минут я чувствовал себя с ней совершенно свободно. Она была невысока, заметно ниже меня ростом. Пушистые волосы причесаны в популярном тогда африканском стиле. Но больше всего меня привлек ее кипучий характер. Сам я был скорее спокойным, замкнутым в себе. А потому еще общительность и дружелюбие с самого начала привели меня к восхищению. В июле наши общие друзья часто говорили: «Бен, ты должен встречаться с Канди». Позже я узнал, что они и ей говорили: «Канди, ты и Бен Карсон должны встречаться. Вы просто созданы друг для друга». Хотя мы познакомились в начале моего третьего курса, я совершенно не был готов влюбляться. Полное отсутствие денег, страстное желание стать врачом, предстоящие долгие годы учебы и интернатуры, любовь в этом списке стояла на последнем месте. Я был далек от того, чтобы продуманные планы променять на зыбкую романтику. Картину моего состояния в то время дополняла моя застенчивость и не слишком большой опыт общения с девушками. У меня была небольшая группа друзей. Время от времени я встречался с какими-то девушками, но серьезных отношений ни с кем не было. Я это и не планировал. Когда начались занятия, я случайно увидел Канди, потому что мы оба занимались подготовкой к медицинской школе. «Эй!» – откликнул я ее. «Как занятия?» «Фантастика!» – ответила она в обычной своей манере. «У тебя все в порядке?» – спросил я для начала. «Надеюсь, что буду лучше всех». Пока мы болтали, я подумал: похоже, она и в самом деле умная девчонка, и не ошибся. Еще больше я изумился, узнав, что она играет на скрипке в Ельском симфоническом оркестре и в Баховском обществе. Для этого недостаточно было просто уметь играть на инструменте. Туда брали только музыкантов высшего класса. Шли недели и месяцы, а я узнавал о Канди Растин все больше неожиданного. Время от времени мы гуляли по студенческому городку. А то, что она была талантливым музыкантом и знала классическую музыку, давало нам обширную тему для разговоров. Однако в ту пору Канди оставалась для меня просто приятной собеседницей, и я не испытывал к ней каких-то особых чувств. Возможно, голова, забитая учебой и подготовкой в медицинский вуз, не давала возможности как следует разобраться в том, что я на самом деле чувствовал по отношению к живой и талантливой Канди Растин. Мы с ней беседовали все чаще и все дольше. И именно тогда я узнал, что церкви Нью-Хевене, куда я ходил, нужен органист. Я несколько раз рассказывал Канди о дирижере хора Обри Томпкинсе, потому что он много для меня значил. Когда я решил вступить в церковный хор, Обри стал приглашать меня на репетиции по пятницам. На втором курсе присоединился к хору мой сосед по общежитию Ларри Харрис, тоже адвентист. Субботними вечерами Обри часто приглашал нас к себе домой, и мы познакомились с его семьей. Несколько раз он возил нас по Нью-Хейвену, чтобы познакомить с достопримечательностями. Любитель оперы, Обри нередко приглашал меня провести субботний вечер в Нью-Йоркской метрополитен-опере. «Послушай, Канди», – предложил я ей однажды. «Вот о чем я подумал. Ты музыкант. Наша церковь нуждается в органисте. Что думаешь по этому поводу? Тебя заинтересует такая работа? Церковь платит органисту, только не знаю, сколько именно». Канди, не раздумывая ни минуты: «Конечно, надо попробовать». Но тут задумался я: «А сумеешь?» «Обри разучивает с нами трудные вещи. Думаю, порепетировав, смогу что-нибудь сыграть». Тогда я рассказал Обри Томпкинсу о Канди. «Пусть приходит на прослушивание», — согласился он.
Канди пришла на следующую репетицию хора и стала играть на большом электрооргане. Играла она хорошо, и я радовался возможности ее видеть. Но ее инструментом все-таки была скрипка. Сыграла бы она что-нибудь написанное для скрипки. На клавиатуре ей не хватало практики, хотя она играла на органе в школе, защищая степень бакалавра музыки. Кроме того, Канди не знала тех вещей, которые Омбри Томпкинс любил разучивать с нами. Это были трудные произведения, особенно Моцарт, а Канди, что ни говори, все же не слишком хорошо играла на органе. Омбри, послушав ее несколько минут, а потом любезно предложил: «Послушайте, дорогая, может, вам лучше петь в хоре?» Хотя самолюбие Канди и было задето, ей хватило самообладания справиться с обидой. Она ведь скрипачка, а не органистка. «Нетрудно догадаться», — ответила Канди с улыбкой, — «что я не так уж здорово играю». Она прошла на возвышение и присоединилась к хору. У нее оказался прекрасный альт, и я очень обрадовался, что она останется с нами. Канди очень удачно влилась в состав нашего хора. С первого же вечера все ее полюбили, а гора Сион, где она пела с нами, стала ее церковью. Канди не была слишком религиозной, редко говорила о духовных или религиозных проблемах, не очень хорошо знала Библию, но она с готовностью училась всему новому. Когда Канди стала посещать нашу церковь, она записалась на специальные библейские занятия, которые продолжались с осени до весны. Я тоже раз или два в неделю ходил с ней, чтобы самому лучше узнать Библию, а заодно побыть с ней рядом. Определив свой религиозный путь, Канди призналась, что всегда испытывала жажду знания о Боге. Но что изменилось для нее после прихода в адвентистскую церковь? «Люди», — ответила она, — «они любят меня в вере». Ее семья показалась странным. Ее семье, что Канди присоединилась к христианам, посещаем церковь по субботам. Однако со временем они поняли, полностью одобрили ее решение. А мама Канди также стала активным членом адвентистской церкви. Скоро у нас с Канди возникла привычка встречаться после занятий. Мы гуляли по городку или ездили по каким-нибудь делам в Нью-Хевен. Канди нравилась мне все больше и больше. Перед Днем Благодарения в 1972 году, когда я учился в Йеле последний год, а Канди была второкурсницей, приемная комиссия направила нас агитировать выпускников детройтских школ. Они оплачивали расходы, поэтому я мог арендовать маленький автомобиль «Пинто». А на оставшиеся деньги мы несколько раз поели в хорошем ресторане. Мы были только вдвоем и чудесно проводили время. Мы часто бывали вместе. И в конце концов я стал мало-помалу понимать, что Канди мне очень нравится. Больше, чем я мог себе представить. Больше, чем любая другая девушка. И Йельский университет привлекал нас к Канди к беседам с выпускниками, получившими в школьных тестах не меньше 1200 баллов. Объехав все городские школы Детройта, мы не обнаружили ни одного школьника с результатами такого уровня. Посетили мы и более богатые районы, такие как Блумфилд Хиллс и Гросс Пойнт. Там нашлись ребята, желающие поговорить о Йеле, но из числа национальных меньшинств кандидатов не было. Во время этого путешествия Канди познакомилась с моей матерью и с некоторыми моими друзьями. Конечно, мы задержали в Детройте немножко дольше, чем я планировал. Я обязан был сдать Пинто в агентство по найму автомобилей в 8 утра на следующий день. Это значит, что мы должны немедленно уезжать из Детройта. Погода была холодной. Накануне прошел небольшой снегопад, однако большая часть снега растаяла. С момента отъезда из Йеля 10 дней назад я ни одной ночи не спал как следует. Мы много работали и хотели побольше времени провести с друзьями. «Не знаю, удастся ли мне не заснуть за рулем», — сказал я Канди, зевая. Большую часть пути надо было ехать по большому междугороднему шоссе, что делало поездку крайне монотонной. Сейчас Канди и я расходимся во мнении о том,
что она ответила на мои сомнения. Как я считаю, она сказала что-то вроде: «Не беспокойся, Бен, я помогу тебе не заснуть». Сама Канди спала в эти дни не больше моего. Она утверждает, что сказала: «Не беспокойся, Бен, ты не уснешь». Мы начали обратный путь к Коннектикуту. Я гнал со скоростью 90 миль в час, несмотря на ограничения в 70 миль. Когда человек умирает от желания спать, что может быть скучнее, чем смотреть на бесконечные столбики разделительной полосы, вспыхивающие в темноте безлунной ночи? К тому времени, как мы пересекли границу штата Огайо, Канди уже спала, а мне было жаль ее будить. Мы чудесно провели время, однако поездки из школы в школу были до крайности утомительны, и я решил, что лучше будет, если она поспит час-другой, а потом, отдохнув, сядет за руль. В час ночи я несся по шоссе и уже миновал указатель, сообщавший, что мы приближаемся к городу Янгстауну в штате Огайо. Мои руки покоились на руле, машина летела со скоростью 90 миль в час. Отопитель, включенный на минимум, давал приятное тепло. Встречные автомобили попадались не чаще, чем раз в полчаса. Я чувствовал себя прекрасно и полагал, что полностью контролирую ситуацию. И вот тут-то я и погрузился в сладкий сон. Вибрация машины, задевшая за металлические части осветительной разделительной полосы, вернула меня к реальности. Я открыл глаза, когда передние колеса уже пересекали покрытую гравием обочину. Пинто съехал с дороги, передние фары освещали тьму глубокого врага. Я сбросил ногу с педали газа и рванул руль, с силой поворачивая влево. В эти решающие секунды перед моими глазами промелькнула вся жизнь. Я и раньше слышал рассказы о том, что перед смертью в мозгу человека, словно с ускоренной съемки, разворачивается панорама всей его жизни. «Это прелюдия смерти», – подумал я. «Сейчас я умру». Вспомнилось все, от детства до сегодняшнего дня. В голове громко прозвучали слова: «Ну все, конец». На такой скорости машина непременно должна была перевернуться, но произошла неожиданная вещь. Я так крутанул руль, что машина вошла в сумасшедший штопор, закрутившись волчком. Я выпустил из рук руль, готовясь к смерти. Внезапно Пинто остановился посреди правой полосы. Автомобиль развернулся в нужную сторону. Мотор работал. Сам не понимая, что делаю, я дрожащими руками схватился за руль и отвел машину в сторону, на обочину. Секундой позже по полосе промчался огромный грузовик. Я выключил зажигание и замер, пытаясь восстановить дыхание. Мне казалось, что сердце бьется с невероятной частотой. «Я жив», — повторял я. «Хвала Господу! Не верится, что я жив. Благодарю тебя, Боже! Я знаю, что это ты сохранил нам жизнь». Наверное, Канди действительно устала, потому что она не проснулась во время этого ужаса. Только когда я позвал ее, она открыла глаза. «Почему мы стоим? Что-нибудь с машиной?» «Все в порядке», — ответил я. «Спи». Наверное, в моем голосе слышалось раздражение, поэтому Канди сказала: «Так уж получилось, Бен. Прости, что уснула. Я не хотела». Я сделал глубокий вдох. «Все хорошо», — и улыбнулся ей в темноте. «Не может быть хорошо, если мы стоим. Что случилось? Почему остановились?» Я наклонился вперед и включил зажигание. «Просто небольшая передышка», — сказал я, как бы между прочим, и, нажав на акселератор, выкатил на дорогу. «Бен, пожалуйста!» Испытывая одновременно страх и облегчение, я остановил машину подальше от обочины и вынул ключ. «Ну ладно», — начал я, — «я только что заснул». Сердце мое колотилось, мышцы напряглись, когда я рассказывал о происшедшем минуту назад. «Я думал, мы умрем», — закончил я, с трудом выговаривая эти слова вслух. Канди пошевелилась на сиденье и положила ладонь на мою руку. «Бог сохранил нам жизнь. У него есть на нас планы». «Это так.
Я испытывал то же чувство, что и она. Больше в ту ночь никто из нас не заснул. Мы все время разговаривали. Слова находились сами собой. В какой-то момент Канди спросила: «Бен, почему ты так добр ко мне? Я ведь ночью заснула, а должна была не спать, а постоянно разговаривать с тобой. Да просто я такой хороший парень». «Нет, тут что-то большее, Бен. Но я всегда добр к ельским второкурсницам. Будь посерьезней, Бен». Слабая розовая полоса медленно расплывалась на восточном горизонте. Я смотрел прямо перед собой, обеими руками сжимая баранку. Когда Канди стала так настойчива, в груди моей поднялось какое-то незнакомое чувство. «Почему?» Трудно было перестать шутить и, отбросив маску, заговорить серьезно. Но я это сделал. Кажется, понял. Это потому, что я люблю тебя. Я понял, как сильно люблю. «Я тоже тебя люблю, Бен. Больше всех на свете». Я не ответил, но замедлил скорость, съехал с дороги и остановился. Через секунду я уже обнимал и целовал Канди. Это был наш первый поцелуй. Мы оба были очень наивны, не слишком разбирались в вопросах ухаживания и заведения романов. Но одно понимали ясно – мы любим друг друга. С того времени мы уже не разлучались, используя каждую минуту, чтобы побыть вместе. Странно, но наши все более глубокие взаимоотношения не отрывали меня от занятий. Присутствие Канди рядом всегда придавало сил, облегчало выполнение трудной работы. Канди тоже не запустила занятий. У нее было три специализации – музыка, психология и медицина. Впоследствии от медицинской карьеры она отказалась, преимущественно сосредоточившись на музыке. Несмотря на это, Канди – одна из самых живых личностей, которых я знаю. Она всегда отлично справлялась со всем, за что бралась. Многих выпускников колледжа волновал вопрос поступления в медицинский вуз. Система подготовки врачей включала в себя сначала 4 года предварительных занятий, а потом 4 года интенсивного обучения. «Если не поступлю в медицинский вуз», – несколько раз повторял один мой сокурсник, – «значит, я напрасно терял здесь время. Не знаю, идти мне в Стэнфорд или в другой университет», – мучился другой студент, решая, куда послать заявление. Все говорили о разных учебных заведениях, но беспокоились об одном и том же – о поступлении. Я редко впадал в это, как я его называл, придавленное состояние. Но разговоры подобного рода велись часто, особенно в течение последнего года обучения в Йеле. Однажды, когда все были в таком придавленном состоянии, а я оставался спокойным, один из моих приятелей спросил меня: «Карсон, ты что, совсем не волнуешься?» «Нет», – ответил я. «Я собираюсь поступить на медицинский факультет Мичиганского университета». «А ты уверен, что тебя примут?» «Абсолютно уверен. Университет принадлежит моему отцу». «Слышите?» – закричал он остальным. «Мичиганский университет принадлежит папаше Карсона». На однокурсников мое заявление произвело сильное впечатление. И это понятно. Они сами происходили из очень богатых семей. Их родители владели огромными заводами. Я, конечно, шутил, и, может быть, иногда это была не совсем честная игра. Как христианин, я верил, что Бог, мой небесный Отец, не только сотворил Вселенную, но и управляет ею. Значит, можно сказать, что Бог владеет Мичиганским университетом, так же, как и всем остальным. Конечно, я не вдавался в объяснение. Я окончил Йель достаточно хорошо, хотя отнюдь не первым на курсе. Но я знал, что старался как мог и приложил максимальные усилия. Поэтому я был удовлетворен и этим результатом. Я действительно не сомневался, что подам заявление на медицинский факультет Мичиганского университета, который находился в Ан-Арборе. Я выбрал его и, окончательно убедившись в том, что Богу угодно, чтобы я стал врачом, уже не сомневался в своем решении. Многие мои друзья написали в десяток медицинских учебных заведений, надеясь, что их примут хотя бы в одно. Я тоже послал несколько заявлений, однако их было немного, по другим причинам. Во-первых, Мичиганский университет расположен в моем родном штате. Это означало
гораздо более низкую плату за обучение. Во-вторых, Мичиганский университет считался одним из лучших вузов страны. В общем, я подал документы в университет Джона Хопкинса и Йельский медицинский университет. Мичиганский университет и университет Уэйна. Первым мне ответил Мичиганский университет. И я решил не иметь дела с остальными. Когда я поступил на медицинский факультет, Канди оставалось учиться в Йеле еще 2 года. Но мы нашли способ преодолеть время и пространство. Каждый день мы писали друг другу. До сих пор мы оба храним коробки с любовными письмами тех лет. Когда была такая возможность, мы звонили друг другу. Однажды я позвонил ей в Йель. Не знаю, почему так получилось, но мы никак не могли закончить разговор. Может быть, мы оба были очень одиноки. Это был трудный период в нашей жизни. Мы очень нуждались в общении, будучи так далеко друг от друга. Одним словом, мы проговорили 6 часов подряд, не заметив, как пролетело время. Я любил Канди, и каждая секунда телефонного разговора казалась мне бесценной. Уже на утро я стал беспокоиться об оплате телефонного счета. В одном письме я пошутил, что отдам в уплату весь заработок, когда стану врачом. Я мог только догадываться, что телефонная компания может сделать со студентом, у которого разума еще меньше, чем денег. Я ждал того дня, когда увижу счет, и дрожал от страха. Однако, как ни странно, я так и не получил счет за 6-часовой разговор. Я бы не смог полностью его оплатить, поэтому каюсь, не выяснил, почему так произошло. Позднее, разговаривая с Канди, мы решили, что телефонная компания, посмотрев на счет, сочла, что такого невероятно длинного телефонного разговора вообще не могло произойти. Летом, окончив колледж и собираясь поступать в медицинский вуз, я снова столкнулся со сложностями при поиске работы. На этот раз я начал искать вакансии еще весной, за 3 месяца до выпуска. Но в Детройте был самый пик экономического кризиса, и многие предприниматели говорили: «Нанять вас? Но мы только что уволили несколько служащих». В это время моя мама работала няней в семье Сеннет. Мистер Сеннет был президентом одноименной компании по продаже стали. Узнав мою грустную историю, мама поведала ее Сеннету. «Бенни страшно нуждается в работе», — сказала она. «Не могли бы вы как-то помочь ему?» «Конечно», — ответил тот. «Я буду рад дать работу вашему сыну. Пришлите его ко мне». Он нанял меня. Я был единственным, кто получил в его компанию время на работу на лето. К моему удивлению, начальник цеха научил меня работать на кране. Дело очень ответственное, потому что кран переносил стальные болванки весом несколько тонн. Оператор должен был хотя бы интуитивно разбираться в физике, чтобы точно манипулировать стрелой крана. Огромные стальные болванки надо было укладывать определенным образом, так, чтобы штабель не развалился. Затем оператор с помощью крана перемещал болванки штабеля в грузовики, припаркованные на очень узком пространстве. И именно в этот период я понял, что обладаю необыкновенной способностью. Думаю, что это божественный дар, прекрасной координации глаз и рук. Я верю, что Бог дает нам все дары, все способности, чтобы мы могли служить Ему и людям. Дар координации зрения и рук – необычайно ценное свойство в хирургии. Этот дар также предполагает способность понимать физические взаимоотношения, мыслить в 3 измерениях. Хорошие хирурги должны представлять себе последствия каждого действия, потому что часто они лишены возможности видеть, что происходит с другой стороны оперируемого органа. Некоторые люди имеют хорошую физическую координацию. Они становятся олимпийскими чемпионами. Другие прекрасно поют. Некоторые от природы способны к языкам или к математике. Я знаю людей, обладающих свойством притягивать к себе друзей, уникальной способностью давать людям почувствовать, что их принимают как родных. По каким-то причинам я способен видеть в 3 измерениях. Мне кажется, это очень просто, и это как раз то, что нужно для дела. Однако многие врачи не имеют такой природной способности, а некоторые хирурги за всю практику так и не приобретают подобного умения.
Они просто не могут стать хорошими хирургами. У них будет слишком много проблем, слишком много возможных осложнений. Впервые я осознал эту свою способность, когда мне указал на нее мой сокурсник из Йеля. Мы с ним часто играли в настольный футбол. Уже после первого раза я, хотя никогда не делал этого раньше, стал играть быстро и легко. Тогда я не понял, что причина успеха кроется в этой способности. Приехав в начале 1988 года в Йель, я разговорился с бывшим однокурсником, который остался там работать. Он со смехом рассказал мне, что я так хорошо играл в настольный футбол, что впоследствии несколько особенно удачных ударов студенты стали называть «карсоновскими». Я ценил это умение и во время учебы, и в дальнейшей жизни. Я считаю, что это самый значительный талант, который дал мне Бог. Именно из-за него люди говорят иногда, что у меня дарованы Богом руки. После первого курса я работал в радиолаборатории, техником по рентгеновской установке. Это было мое единственное свободное лето. Я радовался возможности много узнать о рентгенологии и о специальном оборудовании. Тогда я еще не догадывался, как это мне пригодится в дальнейших исследованиях. Руководство университета привлекало некоторых старшекурсников к работе со студентами младших курсов. А на последнем курсе я одинаково хорошо справлялся как с основными предметами, так и с клиническими занятиями. Поэтому я учил первокурсников и второкурсников терапевтической диагностики. Занятия проходили по вечерам. Мы практиковались друг на друге, учась прослушивать сердце и легкие, проверять рефлексы. Это была замечательная практика, и мне приходилось старательно готовиться к занятиям с моими студентами. Спустя некоторое время я стал одним из лучших на курсе. В первый год изучения медицины успехи мои были средними. Тогда я понял, как важны по-настоящему глубокие знания. Я посещал лекции, но особенно если попадался скучный преподаватель, нового выносил немного. Я стал компенсировать это тщательной работой с учебниками. На втором курсе я посещал несколько лекционных циклов. Обычно я встал около 6 утра и сидел за учебники до тех пор, пока не разбирался в деталях каждой теории. Один предприимчивый студент делал отличные конспекции лекций и продавал их за небольшую плату. Я был его постоянным покупателем и так же тщательно, как учебники, штудировал эти конспекты. На втором курсе я все время посвящал только учебе, а спать ложился в 11 часов. На третьем курсе, когда я стал заниматься с новичками, мне пригодилось прекрасное знание материала, приобретенное на втором. Слава тебе, Боже наш, слава тебе.